Оригинальное предложение дня только сегодня в рубрике «Украшения». То самое украшение, которое всегда выглядит классическим образом, которое всегда будет выглядеть красиво, это самое лучшее вложение в ваш ювелирный гардероб. Поэтому успейте, серьги – женская мечта. Сегодня у нас становится специальным предложением дня. И подробнее об этом вам расскажет не только эксперт нашего телеканала, но еще и профессиональный гемолог, конечно, эксперт по оценке ограненных алмазов Олеся Трофимова. Привет, Олеся. Здравствуй, Анечка. Здравствуйте. Наши драгоценные. Сегодня самое лучшее мы приготовили для вас. Это драгоценные бриллианты. Для вас наши драгоценные серьги с бриллиантами. Два драгоценных природных ограненных алмаза вы получаете в серьгах. Каждому украшению вы получаете паспорт. Вот он, это документ на украшение. Серьги, изготовленные из серебра, покрыты золочением или радированием на выбор. И два бриллианта драгоценных, круглых. Это классический европейский стиль. А значит, никогда не выйдет из моды, и вы будете выглядеть всегда актуально. Серьги имеют универсальную высоту 16 миллиметров и две модификации – серебро в золочении или серебро в радировании. Также у нас английский замок – это надежность. Занижение штифта у нас на 3 миллиметра декорирует место прокола. И вот они, пробы и клейма. Угу. На драгоценном украшении, только на драгметаллах ставятся вот такие пробы. Украшения после завода попадают обязательно в пробирную палату, где проверяется подлинность металла. У нас две модификации, я напомню, серебро в золочении или серебро в радировании. И это возвращение хита. Многие сразу забирают комплектом. Это и серьги «Женская мечта», и кольцо «Женская мечта». Внимание, цена только сегодня, ведь это бестселлер нашего телеканала. 1499 рублей. Успейте воспользоваться таким роскошным предложением. Вот вы знаете, у нас Олеся, она настоящая красотка. Она всегда сияет, она всегда блистает, она всегда выбирает для себя бриллианты и выглядит как героиня фильма с Мерлин Монро, где друзья девушек – это бриллианты. Почему ты их выбираешь? Анечка, ты знаешь, у меня первый бриллиант появился в 20 лет. Это было такое небольшое колечко, да, кольцо с небольшим бриллиантом, но тем не менее я сразу почувствовала его силу. Я почувствовала себя такой гордой обладательницей драгоценного натурального бриллианта. Я как раз тогда уже училась, и я понимала, что такое бриллиант. Сколько требуется времени, да, миллионы лет для формирования такого минерала. Он уникален, потому что, во-первых, его на Земле мало. Это самый твердый минерал, поэтому всегда говорят, что бриллиант вечен. И плюс могу сказать, что не зря многие астрологи, эзотерики уделяют бриллианту такое внимание повышенное. Считается, что это камень силы, камень, который помогает сбываться вашим и реализации ваших планов. Ты знаешь, тогда, когда я еще училась, я загадала себе желание, конечно, касающееся моей карьеры, будущего. Анечка, вот я тебе могу сказать, что я носила это кольцо, я прям чувствовала эту силу. Как работает, я совершенно не преувеличиваю, говорю, что действительно бриллиант дает эту силу и дает этот потенциал. Я могу сказать, что вот абсолютно на своем примере все сбывается. Абсолютно все мои планы сбылись. Я бриллианты обожаю, считаю, что каждая женщина достойна самого лучшего. Самое лучшее – это, конечно, бриллианты. Пусть сбываются мечты. Олеся выбирает для себя серебро в радировании. Я больше всегда вот люблю именно золотые оттенки, поэтому я выбрала для себя серебро в золочении. Позвольте себе статус, позвольте себе самую выгодную инвестицию в ваш ювелирный гардероб, потому что такое можно смело передавать по наследству. Потому что такое меняет нашу жизнь изнутри. Это бриллианты. Это сегодня настоящая сказка на телеканале Шоп-н-Шоу. Мы всегда о них мечтаем, проходим мимо витрин, потому что знаем, что это всегда дорого. Но поскольку мы для вас предлагаем самые выгодные цены, а эта цена только сегодня, 1499 рублей за ваш несравненный статусный образ. Олеся, ты знаешь, мы когда выбираем кому-то украшение в подарок, даже своим близким, конечно, хотим подобрать такое украшение, которое будут на носить, который не будет где-то лежать и ждать своего часа. Такие украшения попадают в эту категорию? Анечка, вот именно эти украшения попадают в эту категорию, потому что драгоценные металлы, их чаще всего, когда с бриллиантами, да, идут вот с камнями первой категории, делают именно в классическом стиле, потому что он не выходит из моды. И все знаменитости носят именно бриллианты. Посмотрите, Шерон Стоун, Анджелина Джоли, современная классика от
озер, везде бриллианты у нас. И, конечно, кстати, Кира Найтли, да, удивительные украшения и классика Тиффани, конечно же, классика – это сочетаемость с другими украшениями, с любыми образами, с вечерними платьями, с классическими, с деловыми костюмами. Вот такая модель, она универсальная, Анечка. И мне нравится, что лицевая площадка, здесь много у нас еще и металла, да, выглядят они ярко, потому что гладкая полировка дает зеркальный блеск. То есть это очень выгодная модель, она универсальная. Здесь не нужно подбирать вот такое украшение по типу, например, овала лица. Оно подходит всем. В этом прелесть как раз классического европейского стиля. Это актуальная классика. И обратите внимание, что сегодня вы можете получить мечту. Не зря эти украшения называются «Женская мечта». У Олеси серебро в родировании, у меня серебро в золочении. Блистайте, вы этого достойны. Тем более, когда женская мечта, а каждая женщина мечтает о бриллиантах, становится доступной, это намного приятнее. Как мне нравится, что сегодня наше специальное предложение дня – это бриллианты, которые любит каждая женщина. Это классика, которую вы можете подарить своим любимым. Это классика, которую вы можете подарить себе. 1499 рублей – это серьги. Забирают комплектом кольцо 1299 рублей. И вместе, кстати, забирают еще и цепь лав, я тоже ее выбрала. На все размеры 799 рублей. Мне нравится блеск, мне нравится вот эта красота. Я знаю, что на все украшения проходит строгий контроль. Обязательно, строгий контроль. И только с паспортами вы получаете изделия. Посмотрите, во-первых, это драгоценные металлы. Серебро, покрытое золочением или родированием. И два бриллианта в наших серьгах. Драгоценные натуральные бриллианты сегодня станут вашими. Сегодня вы станете этой обладательницей бриллиантов и будете чувствовать себя по-новому. Будьте новыми и обновляйтесь вместе с телеканалом Шоп-н-Шоу. Бриллианты приедут в вашу шкатулку, и вы будете намного счастливее.